Школа – это маленькая жизнь. Под таким названием уже второй год подряд проходил конкурс видеоклипов «Перемена» среди амурских школьников. Организаторами выступило Амурское областное телевидение при поддержке газеты «Амурская правда». В этот раз школьники прислали 13 конкурсных и одну внеконкурсную работу. Голосование проходило на сайте АП и завершилось 22 мая. По мнению зрителей, лучшим стал клип учеников Благовещенской школы номер 12. Артем, тебе не жалко упасть? Нет. Идея, ну, она как сама пришла в голову. Манекен челлендж решили так сделать, потому что это что-то современное. Флешмоб, это у нас флешмоб для последнего звонка, мы решили его тут применить. Над видео работал я и мой одноклассник Антон Херуимов. Еще одного победителя предстояло выбрать профессиональному жюри. Редакторы и продюсеры, корреспонденты и операторы Амурского областного совещались почти час. В итоге единогласным решением лучшей работой признали видеоклип первой гимназии города Белогорск. Мы для школы работаем, как никогда. Мы психологи. Мы могли без сомнения учителю не в духе поднять настроение. Выбирать было немного сложно, потому что, ну, я профессионал в этом деле, много видео смотрел, всякого разного сам создавал. И с одной стороны можно предвзято к этому подходить, с другой стороны видно, где люди работали, а где просто так сделали по пунктам 1, 2, 3. Ни на кого не была похожа работа первой гимназии города Белогорска. Эти ребята победили. У них самая хорошая идея. Они написали прекрасную песню, замечательно ее записали, хороший звук, и уже на нее сняли клип. И как сделан этот клип, это уже другое. Важно сама идея, вот поэтому они и выиграли. Оба класса получили призы – эксклюзивные фотосессии от профессионального фотографа. На самом деле, каждый клип был уникальным, поделились впечатлениями организаторы проекта. Ведь делали их ребята, которые любят свою школу, ценят друзей и уважают учителей. Кстати, о своей победе в конкурсе ученики Благовещенской школы узнали прямо на линейке в честь последнего звонка. Вместе с нашими победителями в этот день со школы попрощались почти 4000 амурских учеников. Были вы ученики, а теперь выпускники. Эмоции, скорее всего, волнение, потому что они уходят. Действительно, мы с ними в 2 года, которые работали, были единым целым, поэтому волнение, но одновременно и радость за то, что они закончили школу и выберут тот путь, который они действительно заслуживают. Надевать школьную форму советского образца с белым фартуком и бантами – новая традиция современных школьников. Ради одного дня они специально подбирают эти наряды. Да и сам праздник проходит по старым добрым традициям, и в этот день для выпускников звенит такой мелодичный последний звонок. Впереди у ребят экзамены, поступление в институт и долгая счастливая жизнь. А пока для них звенит этот самый последний звонок, они остаются хоть на один день, но все еще школьниками. Ирина Кобзарь, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.